Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал «Магия. Полезные советы». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о том, как улучшить свое финансовое благополучие. Как привлечь деньги помощью мытья рук? Когда моете руки, скажите всего одно слово на достаток. Хочу с вами поделиться совершенно простой и легкой практикой на финансовое благополучие. Если в жизни у вас идут сложности с финансами, то можно провести совершенно легкую практику. Она не привязана к Луне, ее можно делать хоть каждый день, так как она простая в исполнении и поможет каждому человеку. Для данной практики вам нужно будет простое ваше мыло, которое есть в вашем доме. В тот момент, когда вы идете мыть руки с мылом, то при этом говорите такие слова: «Пена сбивается, деньги умножаются». Можно проговорить, пока вы моете руки, можно сказать один раз, и этого будет достаточно. Вы уже запускаете денежный процесс. Данную практику можно повторять часто, ее даже можно делать каждый день. Таким образом, вы запускаете денежную энергию своей жизни, что позволит вам значительно изменить свою ситуацию. Для данной практики не обязательно бежать в магазин и покупать новое мыло. Достаточно проводить эту практику с таким мылом, какое есть в вашем доме. Если вы живете не одни, но у вас идет один кусок мыла, неважно. Даже если один человек будет проговаривать, то уже в доме сохраняется положительная энергия, что позволяет в доме изменить финансовую ситуацию. Когда оно закончится, покупаете новое и проводите то же самое, таким совершенно легким простым способом, и вы значительно улучшите свою. Если у вас это войдет в привычку, то вы значительно улучшите свою финансовую ситуацию. Если у вас достаточно долго идут проблемы с деньгами, то проводите почаще эту практику, и в скором времени вы увидите изменения. Запустите процесс энергии в комментариях, обязательно пишите: «Деньги идут ко мне». Делитесь информацией, делитесь полученными знаниями со своими друзьями и знакомыми, делитесь ссылками в различных тематических группах в соцсетях. Чем больше людей знают о том, как стать хоть чуточку успешнее и счастливее, тем лучше для всех. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.